Это Гликерия тут продается, игрушки у ней, все выставлено. Вот у ней первая тут полка, я вижу, вижу. Вторая полка, третья, четвертая, пятая, шестая. Шестая, и там уже все, шесть полок, да? Три, четыре, пять, шесть. Ну вот, пожалуйста. Я подхожу к храму, где девчонки вот такие, даже чуть поменьше. В одной песочнице там насыпано что-то. А я мимо прохожу, а вторая стоит вот такая же, кричит, шухер! Там мигом раз, все закрыло, ничего нету. Вот она сейчас занимается, пошла и спрашивает меня, где здесь Авеля, где Каин? Этот, говорит, принес, вот видно, что, говорит, мясо, наверное, принес. Овцу же. Ну, то поразберись, посмотри. А это, говорит, наверное, овощи. Значит, ну, это Каин, говорит, а это Авель. Авель. Да, смотри, как дым-то идет у него. Огонь-то. Ну вот огонь-то, ну, у него вверх, и вот у этого, говорит, вверх. Ну, она, я не знаю, я надо, говорю, смотреть тут как-то все равно. Вот, очень знаю, интересно, только это Авель. Она тебе вот все. Ты на стульчик не становись на этот ногами, то она прокинется. Она и тебе все картинки расскажет сейчас. Да ну, вот, все, да, прям все. Ну давай, я, ну, на, открою, вот здесь вот упускай. Пусть скажет, что такое. Да, вот это вот что такое, ну-ка скажи. Ну-ка, подожди, пока отложи это питье. Ну. Ты что-то послушал. Что она ответила? Моисей, правильно. Ну, я баба тогда, баба все знает. Она, ну, тебя будет спрашивать, ты отвечать. Она тебе пятерку поставит. Кто это? Скрижали на горе-то был, с Богом сейчас, подожди, разговаривал. Потом. Ты сказала, в любом месте открой, другой открывай, не глядя. Она, но она иногда забывает. А вообще не, я не против, что забывает, это и свойственно. Вот это кто? Я всегда забываю. Что она отвечает? Вообще не знаю. А что она ответила? Вообще ты не что? Знаю. Вообще не знаю, понял? Не знаешь, ничего, нет, что ты маленького знаешь. Так, подожди. Ну, дальше вот это открываем. Возьми в руки. Вот это. Так, вот это, что знаешь, сколько такое? А-а-а. Не знаю, все, закрой. Три. Это, да, как его? Забыла имя. Что говорит? Забыла имя, говорит. Ну да ничего, я не против. Ну зачем говоришь, она Самсон, все знает. Он говорит уже, говорит. Самсон. Все, все, все. Ну да что вы на меня Самсон нападаете-то? Да я не нападаю. Это и свойственно, что забыть. Повторяй. Так, горшок не опрокинете, еще у вас стоит, то есть квасится. Баб, это что за картинка? Ну это же она. Если вы топите, Надя, старайся, чтобы духовка была открыта. Она открыта была, жарко очень. А зачем же так много топишь-то? Ну, я немного топлю ведерко все. Я готовила. Двери открывать никогда не открывайте. Топите меньше. Я готовила. Игнатий! Ну зачем выключила? Что тут за картинка? Готовила. Ладно, у тебя на одну, получается, дров и угля больше в несколько раз, чем мы на двоих. Я же ничего не говорю. Днем везде свет включенный. Это, не надо это. Так. Вот я их угостил сегодня. Принес свежего мяса. Эти зверьки, кошки-то звери, вот он, знаешь, какой хищник. Поймал, то мышку поймают, то что-то. Я сам мышку поймал руками. Принес к ним, а они что-то радуются, играют. Вот так. Он никому не даст рыжий. Вот он как прячется. Я их угостил всех, эти съели уже. Рыбу приношу им, гальянов. Мышек ловлю руками и приношу им. Хорошая кошка. Это Буска, Буска. А это ее сынок, котик. А это кошечка, вот она теперь намывается. Бабуля! Ну что такое, что ты кричишь? Вот я пришел проверить, как тут. Ага. Чтобы не обожглась, я сказали, вот около дверки сделали вот такую. Это Миша сделал? Да. Это он все делает. Михаил Петрович. Ну, это я вчера видел. Гликерия, вчера видел. Ты смотри, чтобы свет нигде днем не зажигали. Он не нужен. Так, все, отошел. О, Гликерия, как качается. Это у нас тут четыре качели. А это рядом елка стоит. Видимо,
мешали сучки. Вот я гляжу, отрубили 4 сучка. Да. Все, все. Еще покачать? Конечно, а? Конечно. Давай. Опа. Вот она а как. Мама недовольна, что ты. Помни. Дома фотографируешь. Помни детство свое. Она недовольна этим. Это на шарнирах все сделано, не просто так. Фактически это две слос соединенные. Ноги-то не замерзли, еще? Нет. Ну и хорошо. Вот ветер поднимается, наверное, холодно будет. Давай еще раз раскачаю, да и хватит. Потому что я думаю, что холодно тебе будет. А мне не холодно совсем. Ой, как. Ничего себе. Мне не холодно. Вот так. Мне тепло очень. Показать елку. Елку. О-о-о-о. Ель большая. Ну, это тут у нас рядом, где молимся. Там средние трубы. Большие, не знаю, что ли, дома такие, как вокруг показать. А тут у меня на окне кормушка. Воробьев 50 кормлю каждый день, всю зиму. И жуланов, большая синица, около 20 штук. Так не сосчитаешь, они по одному, а воробьев можно считать. Они толпой летают, вот эти. Сыплю пшеницу и семечки жуланом. Вот она. Вот так. А что тут сказать-то? Тут сказать нечего. Тут мои голуби. Посчитал сегодня. Было 24, сегодня 27. Еще 3 выявилось. 3. Сегодня 6 октября. Вот мы с Гликерией пошли смотреть. Вот, вышел. Ну, показалось мне ничего. Так, погода теплая. А везде вода. А я-то вышел в валенках, у меня вода там хлюпает сейчас. Но мы решили до конца досмотреть вот. Вот она какая вот красавица. Вот она. Видать, нет? Я-то один снимаю тут. О, а там дальше-то храм, видать. Храм. Это на кладбище его построили, храм. Ну, на взгорье, на взгорье. Так, далеко не ходи. Сейчас мы пойдем. Это Знаменский монастырь. А вот там далеко-далеко, я не знаю, видно будет или нет, это Покровский собор. Покровский. Так, пока не бегай. Подожди, сейчас мы пойдем дальше. Вот так. Ой, какое место. Это вот. Вот. Это речной вокзал. Вот написано у меня Барнаул. Ой-ой-ой. Ну что, Гликерия, пойдем. Вот ты написала букву Z. Вот она не видала никогда. Вот, сейчас мы пойдем дальше смотреть. Тут мы идем с Гликерией. Вот это Обь. 6 ноября. Тут еще не застыло и капает отовсюду. Это мост. Вот он синий-синий. Видно такие лампочки. И вся вот эта вот... это, ну, два больших, три тавра, все это. Вот у меня Гликерия, мы с ней пошли. Сейчас видим ее, как тут. И все, мы пошли. Вот мы с Гликерией тут спустились вниз. Но тут вот уже будочка стоит.
Видно, что полицейские. А вот сама Обь рядом течет. Какая она красавица. Ну, это мост Барнаульский новый. Вот это снег летит, я от объектива прячу. Вот она. Ну-ка, гляди сюда, гляди сюда. Вот она у меня, Гликерия. Это мы с Гликерией тут. Показать рядом вот Знаменский собор. Мы уже выходим с границы. В город вступаем. А здесь техника вся эта. Ну, вон, троллейбусы разворачиваются. Говорят, площадь Баварина называется. Мэр города погибший. О котором я могу сказать одно. Царство ему небесное, дай Господи. Такой был хороший человек. И нам он помогал всегда. Но это мост. Видите как. Ой, видать, транспорт идет. Это на Новосибирск. Барнаул, Новосибирск. Вот туда идет, куда объектив. Это на Новосибирск. Вот. А это вот, видимо, речвокзал. Это речной вокзал? Да. Вот это речной вокзал перед нами, Барнаульский. Красивое здание. Тут вокруг все красивое. Я сейчас немножко на ходу сниму. Гликерия, не бойся, иди со мной. Иди сюда. А то туда упадешь. Я сейчас снимаю. Иди сюда. С этой стороны иди. Ты там видишь овраг? Ты куда лезешь? Ты давай руку сюда. Зачем идешь там? Там опасно. Там под машину, а туда голову свернешь. Вот мы сейчас смотрим. Барнаул. Вот мы идем. Ага. Вон там, наверное, площадь Баварина. Там стоит часовенка. Подожди-ка. Часовенка стоит. Хорошая, красивая. Вот. Идут вот транспорт, машины. Разворачиваются здесь и уходят в город. Вот мы сходили. Подожди-ка. Гликерия, посмотри, подними на меня голову-то. Подожди, я тебя сфотографирую еще раз. Вот это мост. Вот он как идет. Красота. Лепота. Лепота. А если люди не видят, то остается одна слепота. Ты непослушная. Я говорю, никуда не ходи, а ты в сторону. А в сторону идешь, это значит плохо уже. Все, уходим. Сейчас баба Марина подойдет. Подожди маленечко. Это музей. Тут был краевой суд. Краевой. В 86 году меня тут осудили, отправили по этапу. Статья 190 прим. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй. То есть это религиозные деятели, все шли по этому пункту. У меня был начитан в это время судили Златоуст 12 томов, 12 томов «Жития святых», 5 томов «Добротолюбие», ну и 136 часов «Ярла Пести» слушать. Вот как тут все одеты. Наши русские красавицы. Вон она, баба, идет. Добрый день. Мы ходили на Обь. Погреться зашли. Своди ее к себе туда. Мне это нельзя, наверное. Ой, у нас сейчас мероприятие. Сейчас никак. Я не могу. Ну ладно, дойдем сейчас туда. Сейчас нет. У нас сегодня музей для посетителей не работает. У нас ни смотрителей, никого нету. А тут я не нужен? Только мероприятие. А поэтому не нужно выступить тут у них? Нет. Нет, программа, ну ладно. Уже. Значит, обойдутся без нас, а? Да. Ходили на самый мост. Валенки в дребезги промочил. Понятно. Вода же везде. Ну все тогда, провожайте нас. С Богом. С Богом. Ну пошли. Давай. Сейчас я тут кое-что сниму. Иди-ка сюда. Так, подожди маленечко. Сейчас я тут сниму. Стой, не упади. Стой, никуда не ходи. Вот. Давай сюда. Вот мы зашли. Вот сейчас заснимем мы маленечко. Подожди-ка. Вот, сейчас я тут еще сниму вот эту вот женщину. Она, видать, много сделала для этого. Это музей истории, искусства, литературы, вроде бы так называется. Вот, а тут меня судили.
Здесь машина была, ЗАК называется. Приехали, разгрузили, отдали. Ну и все, мы пошли с тобой. Пойдем другой дорогой. Давай руку сюда. А то вот уже близко. Так, подожди-ка. Вот. Так. Вот. Это я стою здесь, говорю. Прямо у зала, где меня судили. Тут воспоминаний очень много. Ну, судили раз. Осудили здесь и отправили по этапу. Ну, тут у меня хорошие люди, директор. Я подарил книги им. Ну, тут они выступать даже разрешали. А что это такое? Вот смотрите. Как раньше жили. А какое это здание? Это огромное. Вот сейчас я издалека покажу. Подожди-ка. Вот это здание, вот какое есть. Но я мерить не могу. И вон туда оно скрывается где. Вон там, видать. И вот это вот здание. Пойдем-ка. Пошли. И с этой стороны два этажа. Еще тут. Вот такие жили люди. Один человек владел этим всем. Ну, а теперь перешло в государственный. Вот можно сколько посмотреть окон. О. Ну и там дальше как-то идет. С той стороны, может быть, еще снимем. А рядом тут большая очень труба. Я не знаю, к кому принадлежит. Мы сейчас выходим с этой усадьбы, музея, так они ее называют теперь. И уходим домой. До дома уже дойти недалеко. Вот мы ходили туда. Вот это вот речной порт грузовой. Это мы идем с Гликерией, не просто так. Вот она у меня за руку держится. Я держу. Ну и как всегда, выезд не занимать. Вот здесь речи. Тут у меня были собаки, я ходил, кормил. Хорошие собачки были, я фотографировал с них. Но их отравили. Тут ходят дог-хантеры, все уничтожают. Ну вот что говорят, да вот они не привязаны. Надо привязывать. Да куда вы идете-то? К бабе идем. Сейчас за этим домом уже баба наша, баба Надя. А это баба Марина. У них тут мероприятие, они не до нас. Вот так. Вика плюс Вова. Ну и все, пока.